Когда я впервые услышал новость о том, что китайские разработчики с издательством Perfect World делают клон Persona 5 для мобилок, моя реакция была типа... Да, окей. Но когда я узнал, что этот проект стал частью франшизы Persona 5 и разрабатывается он в партнерстве с Atlus, моя реакция была уже... Горло болит так-то вообще. Нельзя кричать. Причем особенно у меня сгорело после того, как я увидел первый трейлер. Ну это ж просто пиздец. Вот у нас был говорящий кот, который в Мементосе превращался в машину, а здесь у нас говорящая сова. То есть буквально все, что показано в трейлере, это вот все есть в обычной Персоне 5. Но только это будет типа не Персона 5. Тут все то же самое, но чуть-чуть по-другому. Да, и списать, но не в точь-в-точь. А еще, так как это фри-ту-плей на мобилках, здесь, конечно же, будет гача. Причем еще сама игра выглядит относительно всрато. Вы вообще вот эти вот анимации видите? Видели? Ну чё это такое? Хотя ладно, из общих плюсов выделю дизайны персонажей. Их рисовал Сейджима, Сейджима может. Ну сука, они даже Сейджиму на эту хуйню посадили. Ну и новая бархатная комната тоже круто выглядит, только какого хера здесь делает Игорь? И у него здесь даже голос нормальный, хотя это вроде пятая персона. Спойлер к пятой персоне, Игорь на самом деле всю игру это импостер, внутри которого сидит Святой Грааль и говорит своим голосом, а не голосом Игоря. Это просто реально какой-то рипов, как, я не знаю, как GTA Криминальная Россия. Но только это выходит официально с разрешения Atlus. Пока что эксклюзивно в Китае, и пусть она там и остается. Ну и ладно, хер с ним, думаешь, такой альтернативный взгляд со стороны других персонажей, это параллельная вселенная, а потом в конце трейлера появляется Джокер. И вот я, как человек, который хочет найти канон даже там, где его нет, уже просто не понимаю, как мне вот к этому относиться. Я просто не понимаю, почему люди так хайпуют вот эту низкокачественную подделку, вместо того, чтобы забросать и Atlus, и Perfect World, и студию разработчиков камнями за то, что, блин, не делают Persona 6. И никого даже не смущает то, что это будет донатная гача, и то есть... Ну люди вообще после Геншина стали говноедами, я не знаю. Ладно, может быть я зря к ней так предвзято отношусь, тем более с игрой я не ознакомился, а должен бы, ведь я как-никак эксперт по персонам, по мнению Кати Краснопольской. И пусть мы уже знаем, что это говно собачье, я уже скачал эту игру, вон она, там где-то. И да, это лучший способ, как я могу вывести себя на экран, потому что ни одно приложение у меня не видит веб-камеру, кроме как... Собственно, Shadowplay, извините, пока что так. Что ж, поэтому я предлагаю наконец-таки приступить к геймингу. И мы давайте запустим эту игру. Да, разрешаю. Что-то написано на китайском, но я, увы, не знаю китайского. Надо еще будет сюда плашечку вставить, типа Life Reaction. Life Reaction. Сейчас запустят. Пожалуйста, только без обновлений. Мне сейчас не нужны никакие обновления. Да, я надеюсь, получится. Я буквально вот вчера обновил. Все, отлично, она сейчас запустится без обновлений. Сейчас вы увидите эксклюзивный геймплей Persona 5 The Phantom X, Sega, Atlus, твари вообще на самом деле. Бураку Wings, черные крылья, да. Take your time. Это очевидная пародия, это очевидная копирка. Кажется, что-то похожее я видел, когда ты запускаешь Persona 5 Royal. Литерали то же самое. Только на поезд он не приземлялся, и музыка тут из оригинала, не из Royal. Начнем, нажмем старт, и мне предлагают ввести номер телефона. Чуваки, мне звонок. 5, 2. Спасибо, человек, за телефоном. Пожалуй, применим этот код и... И дальше нас просят ввести какую-то лицензионную информацию с именем и с чем-то еще. Давайте попробуем чисто по приколу какой-нибудь 7013. Да. Ну, то есть, окей, даже фейковые паспортные данные не пускают меня в игру. Что ж... Да, пожалуй, мы отлично поиграли в Persona 5X, я считаю, да? Прям вообще отлично, я считаю, мы поиграли, да? Ну, я считаю, можно вполне себе удалить данный ярлык и просто... И вместо этого я просто предлагаю вам взять и сделать вот так.
Что ж, примерно вот так вот мы с вами и поиграли в Persona 5 The Phantom X, и учитывая то, какая вышла у нас игра и какую я ее лично не увидел, я делаю вывод, что просто лучше возьмите свой геймпад любимый, да, и просто вернитесь в обычную Persona 5 Royal. Я думаю, в принципе, ну, здесь только гачи элемента не будет, но, честно, вам же от этого будет лучше, я считаю, да? Поэтому давайте я просто говорю вам пока и... Алло, слушай, Катя, хотел спросить, а чё, это я правда, что ли, этот эксперт по персонам? С 1 апреля. Да.